Рыцари тамплиеры. Легендарные монахи-солдаты средневековья. Воины Бога. Праведники и отчаянные рубаки, принявшие обет бедности, но ставшие богаче королей. Легенда гласит, что они хранили величайшую реликвию христианства. Святой Грааль. Бесценное сокровище, наделившее их неслыханной силой. Однако они гибнут в рассвете славы, и их сокровище исчезает. Кто были рыцари-тамплиеры? И можно ли сегодня раскрыть тайны их могущества? Загадки Библии. Рыцари-тамплиеры. 18 марта 1314 года. День казни одного из самых всесильных людей Европы. Жака де Мале. Его обвиняют в поклонении дьяволу, садомии и финансовом шантаже. Де Мале – один из 69 человек, сожженных живыми по приказу короля Франции Филиппа IV. Осужденные принадлежат к одному из самых таинственных братств в истории – рыцари-тамплиеры. В средние века этих людей боятся. Они богаты и могущественны. Но в 1307 году их могуществу приходит конец. Тамплиеров обвиняют в ереси. Они не выдерживают сурового допроса и сознаются. Два века богатства и власти тают, как дым. Рыцари-тамплиеры исчезают из истории, но остается притягательная тайна. Тамплиеры называют себя бедными рыцарями Христа, однако становятся самой богатой организацией в Европе. Говорят, источник их богатства – древняя реликвия, найденная под руинами старого еврейского храма в Иерусалиме. На протяжении веков эта реликвия и ее судьба остаются загадкой. Чтобы раскрыть тайну тамплиеров, мы должны вернуться по их следам к самому началу, к столкновению цивилизаций или крестовым походам. Армия европейских рыцарей отправляется за тысячи километров в края, которые называют Святой Землей. Ближний Восток и территория от Персии до Испании находятся под властью мусульман. Папа Римский, Урбан II, призывает к священной войне за освобождение святого для христиан города Иерусалима. Чтобы достичь святого города, крестоносцам требуется почти 3 года. На этом пути война, болезни и голод косят их ряды. Из 4000 рыцарей, отправившихся в Иерусалим, до него добираются чуть больше 1000. Осады крестоносцы захватывают город. Заняв Иерусалим, крестоносцы первым делом устроили кровавую баню. Они убивали всех. Христиан, евреев, мусульман. Это было малоприятное событие. Его очевидец, француз, описывает эту резню. На улицах города были видны груды голов, рук и ног.
В храме и у портика Соломона разъезжали всадники до колен и поводья в крови. Совершился справедливый суд Божий. Кровь неверных залила город, который они так долго оскверняли. Правителей нового Иерусалимского королевства крестоносцы выбирают из своих рядов. Короли-крестоносцы будут вести битву за битвой, чтобы удержать Святую Землю. В 1118 году они выбирают своего третьего короля и называют его Болдуин II. Король Болдуин получает предложение о помощи от рыцаря-крестоносца, французского дворянина Гуго де Пиена. Встань. Мне явилось прекрасное видение, милорд. Гюго де Пиен предложил создать отряды монахов-воинов для защиты Святой Земли, охраны паломников, направляющихся из Европы в Святую Землю, и обороны святого города Иерусалима. Королю Болдуину нравится эта идея. Так появляются тамплиеры. Посвящаю тебя в рыцари-тамплиеры. Посвящаю тебя в воины Бога. Отряд из 9 человек превратился в многотысячную армию тамплиеров. Они называют себя орденом бедных рыцарей Соломонова храма. Для всех остальных они просто рыцари-храмовники. Они не только воины, но и монахи. Они принимают обет бедности, покаяния и безбрачия. Европа еще не видела такой мощи. Идея ордена воинов военного церковного ордена была необычной и даже революционной. Как совместить эти две вещи, молитву и оружие? Им это удавалось, и они называли свое призвание священным. Рыцари-тамплиеры решили создать то, что мы сегодня назвали бы «Христовым спецназом». Как и все средневековые монахи, храмовники молятся 7 раз в день. Но их отличие в том, что они учатся драться. Меч — ваша первая защита. Потеряете его — потеряете жизнь. Если мы бьемся, то бьемся до конца. Готовы? Это в высшей степени боеспособная, дисциплинированная, прекрасно оснащенная армия. Немногочисленная, но эффективная ударная сила. Тамплиеры громят мусульман при осаде Аскалона в 1153 году. В битве при Манжезаре в 1177 году. И в битве под Арсуфом в 1191. Кажется, что они не победили. Тамплиеры воюют по определенным правилам. Они могут отступать только по приказу, и лишь в том случае, если на каждого из них приходится больше 3 врагов. Тамплиеры сильно отличались от остальных отрядов крестоносцев. Не было случая, чтобы они дрогнули перед противником, бежали или дезертировали. Красный крест тамплиеров символизирует мученичество. Смерть в бою почетна. Основной тактический маневр — конный бросок. Маленький отряд рыцарей идет в лобовую атаку на вражеские ряды. Их цель — взломать оборону противника и обратить его в бегство. Эта дерзкая атака вызывает ужас и восхищение. They've
Они с блеском выиграли много сражений и пользовались огромным уважением. Их окружал ореол таинственности и могущества. Эта таинственность отчасти связана с местом их расположения. Король Болдуин отдает рыцарям часть древнего еврейского храма, одну из святынь христианства. Когда-то здесь проповедовал сам Иисус. Мы что-то нашли. То, что тамплиеры здесь находят, способно изменить их судьбу. Согласно преданию, под древним храмом рыцари делают самую замечательную находку всех времен. Девять столетий назад в одном из самых священных мест на Земле начинаются примитивные археологические раскопки. Здесь, в Иерусалиме, стоял древний еврейский храм. Во время первого крестового похода он становится штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров. Храм построил царь Соломон в 10 веке до нашей эры. 400 лет спустя вавилоняне разрушают храм, но евреи его восстанавливают. Когда-то в храме хранился священный ковчег Завета, а внутри находилась святая святых, где, как говорят, жил сам Бог. 70-й год нашей эры. Война уничтожает дом Бога. Римская армия подавляет еврейское восстание. Римляне сжигают город и разрушают храм. Ко времени крестовых походов мусульмане строят на руинах еврейского храма мечеть. Она стоит здесь по сей день. Купол скалы. Маленькая группа монахов-воинов занимает часть одного из самых священных сооружений самого священного города на свете. Они располагались в храмовом комплексе в Иерусалиме. И это было важным знаком. Это говорило о важности нового порядка, нового идеала. С этим согласны не все ученые. На мой взгляд, это чистая случайность. Не думаю, что в это вкладывали какой-то особый смысл. Просто это место оказалось свободным. Ученые также спорят о первоначальной задаче тамплиеров. Сопровождении паломников в Святую Землю. Они были исследователями и говорили, что не имеют никакого отношения к охране паломников. Возникает естественный вопрос, чем же они занимались? Может быть, они что-то нашли? Они 9 лет пробивались сквозь скалу, расчищая систему тоннелей. То, что они там нашли, до сих пор остается предметом споров. По одной версии, они находят карту, где указано местонахождение сокровищ. Карта выбита на медном листе и указывает точное место, где спрятаны сокровища еврейского храма. Семидесятый год нашей эры. В то время как римская армия захватывает Иерусалим, еврейские повстанцы прячут сокровища храма по всей Святой Земле. Чтобы вновь обрести их, они выбивают место указания на долговечной меди. Много веков о медном свитке ничего не было известно. Но в 1974 году пастух бедуин, который ищет отбившуюся от стада овцу, делает ошеломляющее открытие. Находят древние свитки с древнейшими еврейскими текстами, возраст которых составляет почти 2000 лет. Свитки Мертвого моря. Среди найденных свитков Мертвого моря был так называемый медный свиток с указанием мест в Святой Земле, где были спрятаны сокровища храма до разрушения римлянами этого храма. В 50-х годах 20 века британский археолог исследует места, указанные на медном свитке. Он не выходит на след еврейских сокровищ, но обнаруживает, что предыдущая экспедиция сделала не менее важное открытие.
нашла свидетельство того, что его могли опередить. Средневековые шпоры, фрагменты мечей и крест тамплиеров. Артефакты, связанные с рыцарями-тамплиерами. Мы что-то нашли! Было установлено, что рыцари-тамплиеры действительно побывали там в 12 веке. Но свидетельства того, что именно они там делали, нет. И того, что они нашли. По легенде, медный свиток помог им найти в развалинах храма одно из самых разыскиваемых сокровищ христианства. Святой Грааль. В средние века о Граале складывают множество сказаний, легенд и песен. В некоторых из них Грааль описывается как чаша или блюдо, которым пользовался Христос во время Тайной Вечери. Но при таких скудных сведениях Граалем могло быть что угодно. Грааль — это средневековая концепция. В этих рассказах Грааль обретает всевозможные формы. Возможно, они искали чашу. Кто-то считал это особым камнем, упавшим с неба. Другой рассказ связывает Грааль со смертью Иисуса. В нем утверждается, что это римское копье, пронзившее тело Иисуса. Полагали также, что сокровищем, к которому пробивались тамплиеры, была голова Иоанна Крестителя, который, предположительно, был там похоронен. В самой спорной версии утверждается, что сокровище, найденное тамплиерами, это сведения о потомках Христа. Некоторые люди говорили, что раскрыли тайну члена семьи Иисуса, человека, имевшего отношение к браку Иисуса и Марии Магдалины. По этой версии, латинский вариант святого Грааля «Сан Греал» — это искаженные слова «Сан Греал» — «Королевская кровь». Согласно этой гипотезе, Иисус женился, и у него родились дети, и его потомки и являлись тайной Грааля. Разумеется, есть многочисленные версии о заговорах, связанных с Граалем и Иисусом. Рассказы о том, что Иисус и Мария Магдалина были мужем и женой. Я считаю эти рассказы вымыслом, но они вполне правдоподобны. Версия о царской крови более вероятна, чем рассказ о реликвии, источнике могущества тамплиеров. Доказательство того, что Иисус женился и имел детей, потрясло бы основы христианства и принципы правления в средневековой Европе. Церковь сделала бы все возможное, чтобы скрыть эту информацию. Во всяком случае, есть такое предположение. Никто не знает, что нашли тамплиеры. Но то, что произошло потом, известно достаточно хорошо. Гуго де Пиен, глава тамплиеров, едет из Святой Земли на совет в Труа, во Францию. Никто не знает, что там обсуждалось. Известен лишь итог. Папа Гонорий II благословляет тамплиеров. Его преемник, папа Иннокентий, наделяет их неслыханной властью. Тамплиеры освобождаются от выполнения законов и уплаты налогов во всех странах. Тамплиеры становятся силой, которой нет равных. Таинственное обретение тамплиерами власти становится поводом для предположений о заговоре.
таких книгах, как «Код да Винчи», высказывается мысль о том, что тамплиеры шантажировали Ватикан, требуя особых привилегий в обмен на молчание о потомках Иисуса. Однако большинство ученых объясняют их успех хорошими связями. Свидетельства их финансового влияния сохранились по сей день. В 12 и 13 веках тамплиеры открыто участвовали в финансировании строительства многих готических соборов. Почти нет сомнений в том, что на их средства был построен собор в Шартре. Их финансовые затраты соизмеримы с расходами американцев на полет на Луну в конце 60-х. Одна из самых прекрасных церквей тамплиеров стоит в центре Лондона. Так называемый Лондонский храм демонстрирует особый знак тамплиеров – два всадника на одном коне. В отличие от многих средневековых церквей, это имеет круглую форму. Подобные церкви должны были напоминать о святом гробе Господнем в Иерусалиме, куда стремится попасть каждый паломник. Это самое священное место на земле, и церковь гроба Господня круглая. Это была не просто церковь. Это была сокровищница. В 1307 году из лондонского храма увез 50 тысяч фунтов стерлингов король Англии. Это все равно, что вывести золото из Форт-Нокса. Судя по всему, тамплиеры честно и эффективно распоряжались огромными средствами. Богатые храмовники начали сужать деньги бедной европейской знати. Тамплиеры имели преимущество перед другими христианами-кредиторами. Они могли назначить проценты. В средневековой Европе немногие могли совершать операции с деньгами. Симония и ростовщичество считались грехом. Возможно, тамплиерам первым пришла в голову идея чека и кредитной линии. Паломники, прибывающие в Святую Землю, оставляли деньги в местной сокровищнице тамплиеров, а взамен получали квитанцию с указанием оставленной суммы. Человек прибывал к месту назначения, сдавал на хранение деньги и получал что-то вроде дорожного чека. Это была ранняя форма аккредитива. Удобно, но накладно. Храмовники брали за эту услугу до 10%. Тамплиеры давали обет жить в бедности, но это не влияло на их принципы. Как тамплиеры совмещали мирские богатства с верой? Каждый рыцарь давал обет бедности. Сами они не владели собственностью, не были богаты. Но ордену позволялось иметь эти деньги для осуществления своих дел. К концу 13 века рыцари-тамплиеры становятся одной из самых богатых и могущественных организаций в Европе. Но по пятам за ними следует зависть и злоба. Против них замышляют жестокий заговор. Рыцари-тамплиеры – одна из самых могущественных организаций в Европе. Но их подстерегает беда. Крестовые походы создали рыцарей-тамплиеров. Крестовые походы их и погубят. Войска мусульман вторгаются в Святую Землю. После двух веков войны мусульмане объединяются под началом египетских султанов. В Европе ослабевает поддержка крестовых походов. Со временем крестовые походы стали требовать все больше средств, людских и материальных европейских ресурсов. С ними связывали все меньше надежд. Less and less like the kind of thing that would work in the long run.
Мусульмане побеждают крестоносцев в битве под Яффой, Аль-Мансуром и при осаде Сафеда. К 1290 году в Святой Земле остается только один замок тамплиеров. После осады Акры они теряют его. Святая Земля снова занята мусульманами. Тамплиеры отступают на остров Кипр. После падения в 1291 году Акры, идея крестовых походов вызывает разочарование. Простые люди видели, какими ресурсами обладала Европа, какие средства тратились на священные войны, которые не приносили пользы. Положение тамплиеров становилось менее прочным. Судьба ордена находится в руках его нового лидера, французского дворянина Жака де Мале. Он выступает за новый крестовый поход с Кипра, но его усилия напрасны. 1307 год. Де Мале прибывает в парижскую ставку рыцарей-тамплиеров. Его пригласил во Францию римский папа Климент V, чтобы упорядочить денежные вопросы и обсудить будущие дела. Он приехал туда в то время, когда король Франции Филипп IV Красивый столкнулся с большими экономическими трудностями. Филиппа называют красивым за приятную внешность. Но у него накопились огромные долги. Войны с Англией поставили Францию на грань катастрофы. Его самый большой кредитор никто иной, как рыцари-тамплиеры. Ги. Филипп решает избавиться от долгов одним махом. Хочет арестовать тамплиеров и завладеть их деньгами. Отправьте их в подземную тюрьму Лувра. Король сфабриковал ряд обвинений. Он обвинил тамплиеров в самой ужасной ереси, которую только мог представить себе человек, живший в средние века. Пятница, 13 октября 1307 года. Некоторые полагают, что именно этот день положил начало суеверному отношению к пятнице 13-го. В течение одного дня задерживают Жака де Мале и сотни французских тамплиеров. Жак де Мале, по приказу короля вы арестованы. В чем меня обвиняют? В ереси. Эти аресты шокируют Европу. Это как если бы мы проснулись однажды утром, включили телевизор и услышали, что арестованы все служащие всех банков и корпораций. Это было событие примерно такого масштаба. Расследование ведется обычным способом. Пытки. Не наказание за преступление, а инструмент для получения признания. Самым распространенным орудием пыток была дыба. Дыба представляла собой три доски с веревкой, привязанной к вороту. С ее помощью выворачивали суставы кистей и лодыжек. Только в Париже пытают более 100 тамплиеров, в том числе их магистра Жака де Мале. Признаю! Я признаю свой грех ереси! Тамплиерам предъявили 127 обвинений. Среди прочего, их обвиняли в том, что они отрицали Христа, плевали на распятие, испражнялись на хлеб причастия, вертели задом во время Евхарстии, целовали друг друга в зад во время своего обряда посвящения. Свою вину признают сотни тамплиеров, в том числе и магистр.
Необычность и даже нелепость их признаний намного превосходит тяжесть предъявленных им обвинений. Один за другим рыцари признаются в странной религиозной практике, включающей в себя поклонение необычному предмету. Многие говорят, что это был череп Иоанна Крестителя. Другие утверждают, что отсеченная голова на серебряном блюде и есть священный Грааль. Показания тамплиеров становятся все более странными. Некоторые тамплиеры признаются в поклонении Бафомету или Бафомею. Бафомет – один из самых любопытных аспектов обвинений против тамплиеров. Некоторые из них утверждали, что это каменное изваяние дьявола. И это стало сенсацией процесса, на котором их пытались уличить в поклонении демонам. Есть и другие мнения. Некоторые ученые говорят, что Бафомет — это искаженное имя Мохаммед, что в религиозной практике тамплиеров сочетались элементы различных религий. Тысячи тамплиеров много лет прослужили в Святой Земле. Возможно, кто-то из них тайно перенял религиозные обычаи мусульман. Такие, как поклонение пророку Мохаммеду или Бафомету. Это странное слово и сегодня остается загадкой для историков. В начале 80-х годов 20 века ученый Хью Шенфилд делает невероятное утверждение. Бафомет — это зашифрованное послание. Доктор Хью Шенфилд, известный специалист по свиткам Мертвого моря, решал загадку слова «Бафомет» с помощью шифра от Баш, который применялся в библейских исследованиях. Шифр от Баш — это древняя еврейская техника кодирования, которой пользовались с 500 года до нашей эры. Расшифровка с его помощью слова «Бафомет» дает слово «София», по-гречески «мудрость». Почитать мудрость, а не ересь, если сама мудрость не является еретической. София – имя греческой богини, которой поклонялись члены ранней христианской секты – гностики. София упоминается в нескольких гностических евангелиях, как создательница мира, фигура более значительная, чем Иисус. Но учение гностиков считают еретическим. Церковь запрещает их Евангелие. Некоторые ученые полагают, что тамплиеры нашли эти Евангелия и возродили утраченную форму христианства. Было ли слово «Бафомет» кодом к поклонению богине? Здесь сходятся две версии. В некоторых гностических Евангелиях утверждается, что София пришла на землю, воплотившись в Марию Магдалину. Согласно версии царского происхождения, Мария Магдалина была одного происхождения с Иисусом. Она стала сосудом со священной кровью, самим Граалем. В уставе тамплиеров говорится, что они посвящают себя служению не Иисусу, а Марии. Мы часто задаемся вопросом, кто такая Мария? Благословенная Дева Мария, Богоматерь или Святая Мария Магдалина? Если тамплиеры поклонялись Марии Магдалине, так же, как и Иисусу, это тягчайшая из ересей. Этот вопрос остается без ответа. Устав тамплиеров посвящен Марии, но в нем не говорится какой, и не сказано, поклонялись ли ей как богине. Да, вопросы остаются, но документальных свидетельств того, что тамплиеры поклонялись Марии Магдалине, нет. Мы этого не знаем. It's just not there. Под пытками тамплиеры могли признаться, что исповедовали еретическую религию, поклоняясь богине, идолу или даже человеческой голове. Вероятнее всего, король, решивший избавиться от долгов, сделал тамплиеров козлами отпущения. Король Филипп требует, чтобы еретики предстали перед судом.
Есть множество свидетельств вашей ереси, совершенной словом и делом. Папа Римский неохотно дает согласие. В 1314 году орден тамплиеров официально распускается. 18 марта 1314 года. Через 7 лет заключения и пыток магистр Жак де Мале казнен как нераскаявшийся еретик. Говорят, испуская дух, де Мале проклял папу и короля. Через год вы оба предстанете перед судом Божьим. Через год они оба умирают. На этом 200-летняя история тамплиеров заканчивается. Их замки захвачены, несметные сокровища загадочно исчезают. Сокровища храмовников, которые король Филипп Красивый видел своими собственными глазами, исчезли к тому времени, когда за ними явились его люди. Никто не знает, что стало с сокровищами тамплиеров после их разгрома. Говорят, перед последним арестом в пятницу 13-го из Парижа выехали две большие повозки с сокровищами. С того дня тамплиеры в исторических документах не упоминаются. Мы знаем, что некоторое количество тамплиеров уцелело. Их предупредили во всех странах, кроме Франции. Но даже во Франции некоторым из них удалось спастись. Утверждают, что несколько тамплиеров вместе с сокровищами выбрались из Парижа. Местонахождение сокровищ неизвестно по сей день. Но сохраняется нить, ведущая к разгадке этой тайны. Это церковь Рослин в шотландском Эдинбурге. В романе-триллере «Код да Винчи» эта церковь представлена как ключ к разгадке тайны местонахождения Святого Грааля. Средневековая церковь и утраченные сокровища могут быть связаны одним человеком. Церковь Рослин — великолепное сооружение, построено Уильямом Синклером в 1446 году. Сэр Уильям Синклер — загадочная личность. Несмотря на то, что он построил эту церковь через 150 лет после официального распуска ордена храмовников, она хранит большое количество их символов. Два всадника на одном коне — это эмблема тамплиеров. Она появляется в Рослине. Как и их печать — Агнец Божий с крестом. Стены церкви покрыты таинственной резьбой, символами, знаками, лицами. Здесь произведения искусства, зашифрованные подсказки. Смотри внимательней и найдешь скрытые сообщения. В средние века церкви строили преимущественно в форме креста, но церковь Рослин возведена наподобие другого знаменитого сооружения. Форма и архитектура церкви выдают заложенную в них идею. Имея 14 отдельных колонн, в том числе две великолепные колонны у входа, она напоминает древний еврейский храм, описанный в Библии. Уильям Синклер построил церковь, напоминающую Иерусалимский храм. В руинах этого древнего сооружения располагалась первая штаб-квартира рыцарей-тамплиеров. Под храмом Ирода было три подземных этажа. Если представить, что неф — это храм Ирода, то можно сделать вывод, что внизу находятся три этажа. Свидетельств этого нет. Это не доказано и письменно не подтверждено. Но тому, кто верит в эту историю, нетрудно сделать еще один шаг. Эту церковь еще кое-что связывает с тамплиерами. Существует предположение о том, что под церковью Рослин находятся замурованные помещения. Там может храниться одна из величайших тайн человечества — Священный Грааль. А может быть, там ничего нет.
Какие только не выдвигались гипотезы. Говорили и о мумифицированной голове Иисуса, и о ковчеге Завета, и о свитках из Иерусалимского храма. Но никаких письменных упоминаний об этом не обнаружено. Еще предстоит провести полномасштабные раскопки. Но раскопки отменили, опасаясь, что старая церковь может рухнуть. В подвале могут находиться гробницы или сокровища. Возможно, это просто необычная церковь или копия Иерусалимского храма. Рослин остается неразгаданной тайной, как и многое из наследия тамплиеров. Но есть свидетельство того, что кто-то что-то знает. Загадочная международная организация со своими тайнами. Одни утверждают, что сказочные сокровища рыцарей-тамплиеров ждут, когда их обнаружат. Скептики говорят, что никаких сокровищ нет. Другие уверены, что сокровища тщательно охраняют современные тамплиеры. Рыцари-тамплиеры существовали всегда. Они не исчезали, а просто ушли в подполье. Кто-то полагает, что братство рыцарей процветало на протяжении веков, надежно храня свою тайну. Нити, ведущие к ее разгадке, может увидеть каждый в церкви Рослин. В капелле Девы Марии, которая находится за моей спиной, у основания ниш со статуями есть очень важное изображение. Рука на груди, слегка расставленные ноги, руки на коленях. Это знаки масонов, одного из крупнейших и древнейших братств на Земле. Масонами были 14 американских президентов. Многие отцы-основатели, в том числе Джордж Вашингтон, были масонами. Масоны хранят свои ритуалы в тайне. Но за многие годы сведения о них просачивались за пределы их мира. Существует поразительное сходство между ними и рыцарями-тамплиерами. Нигде эта связь не заметна столь явно, как на стенах церкви Рослин. Человек с крестом тамплиеров держит веревку, обвязанную вокруг шеи человека с завязанными глазами. Сходство с ритуалом посвящения в масоны очевидно. И таких сходств множество. Ритуал масонов символизирует раскопки древнего еврейского храма, первой штаб-квартиры рыцарей-тамплиеров. Тамплиеры и масоны даже связаны кровью. Прежде чем принять обет безбрачия, основатель ордена тамплиеров Гуго де Пиен породнился с семьей Синклеров из Шотландии. Через 300 лет Уильям Синклер построил церковь Рослин. В 18 веке Синклеры были наследственными лидерами шотландских масонов. Некоторые масонские организации используют шифры и символы тамплиеров. Одно из высших званий в иерархии масонов – рыцарь-тамплиер. Молодежная организация масонов называется «Де Мале» по имени последнего магистра рыцарей-тамплиеров. Может быть, масоны – это современные тамплиеры? А возможно, это всего лишь совпадение. Есть люди, которые берут идеалы тамплиеров за образец духовной, социальной и структурной активности своих групп. Стены церкви Рослин наводят на мысль о том, что тамплиеры были здесь спустя 150 лет после своего предположительного исчезновения. Эти же стены наводят на мысль о том, что масоны были здесь за 250 лет до официального возникновения их организации. По легенде, коды церкви Рослин хранят еще более важную тайну. Нить, ведущую к сокровищу тамплиеров, священному Граалю. Рослин — это загадка. Вероятно, Рослин и создавался как загадка. Код Рослина не раскрыт.
Никто не нашел спрятанное сокровище, и никто не может доказать, что здесь были тамплиеры. Спустя 700 лет после исчезновения рыцари-тамплиеры остаются загадкой. Их тайны не разгаданы, их коды не раскрыты. Некоторые говорят, что искать нечего. Они не нашли никаких тайн на Храмовой горе, не передавали никаких тайн масонам. Тамплиеры были монахами и рыцарями. Этим их тайны и ограничивается. Мы знаем лишь то, что рыцари-тамплиеры были священными воинами христианства. Несмотря на это, их наказали за ересь. Они были ловкими и практичными предпринимателями, но нажили себе могущественных врагов. Они были сказочно богаты, но их богатство исчезло вместе с ними. По слухам, они обладали сенсационной тайной. Но появляющиеся теории заговора и романы-бестселлеры вызывают сомнения в том, что их тайны по-прежнему охраняются. Ответ заключается в том, что мы ничего не знаем. Что бы вам ни говорили, мы ничего не знаем. Тайна тамплиеров будет существовать всегда, потому что об их судьбе известно очень мало. Прошлое, окруженное завесой тайны. Неиссякаемый источник секретов. Рыцари-тамплиеры владели тайной. Это все, что мы знаем. Но смогла бы она сегодня потрясти мир? Возможно, этого мы не узнаем никогда. Через 700 лет после исчезновения тамплиеров их тайна по-прежнему волнует нас. Возможно, благодаря этой тайне легенда о рыцарях-тамплиерах будет жить вечно.